это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп-оп. Евгений Александрович Моргунов. Экранный псевдоним «Бывалый». Одно появление этого актера в кадре уже вызывало гомерический хохот. Его короткие реплики по сей день цитируются зрителями. Кто свистел? Мордоворный? Кузал? Не шуми, я инвалид. Народ хочет разобраться, что к чему. Только без жертв. Потрясающий русский комик. Всегда немногословный, очень серьезный, уверенный в себе на экране и такой разный в жизни. Вообще он был гораздо более, я бы сказал, тонким человеком, чем это могло показаться на первый взгляд. Евгений Александрович на самом деле был человеком гораздо сложнее, чем он казался. Есть люди, которые считали его нахалом, таким человеком фрапирующим, шокирующим и т.д. Отчасти это правда. Когда его ближе узнаешь, понимаешь, что это совсем другой человек. Совсем другой человек. Хранимый, чуткий, понимающий. Полжизни Евгения Моргунова мучил сахарный диабет. Отсюда и нездоровая полнота, и взрывной характер. В последнее время было особенно тяжело, но он не давал себе расслабиться. Как бы ни было плохо, продолжал работать. Вечера юмора в театре киноактера. По субботам и воскресеньям. Значит, в субботу он говорит, что я плохо себя чувствую. Я ему померила давление высокое. Я позвонила тут же в кардиологию его врачу. Я говорю, вот так и так. Я говорю, я ему дала лекарства, все вот, ну, как бы давление сбило, но он рвется. Он говорит, ну, сейчас нормально, ничего, сойдет. 6 июня 1999 года, воскресенье, 9 часов 10 минут утра, квартира Моргуновых. Утром лучше не стало, давление было по-прежнему высоким, но Евгений Александрович твердо решил во что бы то ни стало принять участие в концерте по случаю дня рождения Пушкина. Пропустить вечер памяти любимого поэта Моргунов не мог. К тому же актера мучило то, что вчерашний приступ не позволил пойти на встречу со зрителями. А Моргунов знал, что большинство людей в зале соберется, чтобы увидеть именно его. Моргунов, Евгений Александрович, он занял определенную нишу в советском киноискусстве. И я убежден, что все эти фильмы, и большие, где он играл, значит, и маленькие, все это будет жить. А в далекие довоенные годы, когда школьник Женька Моргунов сбегал с уроков, чтобы попасть на очередной киносеанс, заподозрить в нем большого актера никому бы и в голову не пришло. А его тянул к себе удивительный мир кинематографа. Мальчик переносил в жизнь все увиденное на экране. Он подражал героям кино во всем и каждый день приходил в школу в новом образе. А это никак не соответствовало облику советского школьника. Моргунова считали хулиганом и шалопаем, из которого ничего хорошего не получится. Со временем учителя махнули рукой на мальчика. Бороться с его энергией было невозможно, а жаловаться на него некому. Женя рос без отца, а у мамы, женщины мягкой, не хватало характера, чтобы повлиять на сына. Да и работала Ольга Лукьяновна санитаркой в роддоме почти круглосуточно. Круглосуточно, чтобы прокормить семью. Моргунов сам потом часто говорил, выпороть меня было совершенно некому. Детство закончилось, когда началась война. Женя, как сотни мальчишек, в то время пошел работать на вагоноремонтный завод. Казалось, что с детскими мечтами покончено навсегда. С этим мог смириться практически любой юноша, но не Моргунов. И в 1943 году он совершает невообразимый поступок. Уважаемый Иосиф Виссарионович,
«Примите меня в искусство», написал молодой рабочий не кому-нибудь, а самому Сталину. И, видимо, этот крик души был настолько сильным и искренним, что случилось чудо. Вождь всех народов ответил: «Через 15 дней из Кремля пришла бумага направить товарища Моргунова для поступления в театр имени Таирова в качестве актеров вспомогательного состава. Сталин». В театре Моргунов проработал недолго и уже в конце 1944 года поступил на актерский факультет в ГИКа в мастерскую Сергея Герасимова. И почти сразу же первая роль в кино. Du hast sie doch genommen. Na, ich hab gebrannt. Wozu? Зачем? Семья большая. Мать больная, кушать нечем. Режиссер Сергей Герасимов снимает Евгения в роли предателя Стаховича в фильме «Молодая гвардия». По режиссерскому замыслу эта роль была чуть ли не центральной во всем фильме. Но когда картину сняли, выяснилось, что Стахович подпольщиков не предавал. Пришлось почти все кадры с Моргунова вырезать. Евгений страшно переживал, но продолжал верить, что актерская удача еще впереди. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Сформировать беспокойную троицу для первого фильма «Самогонщики» режиссеру Леониду Гайдаю было непросто. Причем двух друзей-алкоголиков он подобрал быстро. Любимый актер Гайдая Георгий Вицин согласился сыграть труса. Балбес нашелся тоже без проблем. Кто-то посоветовал режиссеру пойти в цирк посмотреть смешного клоуна Юрия Никулина. А вот с бывалым не везло. Помог всемогущий директор Мосфильма Иван Пырьев. Он лично утвердил на роль бывалого Евгения Моргунова, которого случайно встретил в коридоре киностудии. Оказался такой вроде бы разгильдяй, казалось бы, на первый момент. Совершенно нет. Он, оказывается, нужный. Он очень собранный, четкий, понимаете, серьезный. Моргунов был больше использован просто как фактура, как типаж. Но зато как типаж и как фактура он все делал абсолютно точно. «Самогонщиков» зрители приняли на ура. Почти немая короткометражка побила в прокате все мыслимые и немыслимые рекорды. Можно сказать, ой, вот народ, вот у него вкус там посмешнее да попроще. Неправда. Уже об этом пишут и не раз писали. И высоколобые это ценят. Но Гайдай считал прием с троицей, выстрелил один раз. И хватит. Нужно искать что-то новое. И когда стали приходить вот эти сценарии, и, значит, на троицу, Леня говорит, нет. Мне это неинтересно. Это для меня уже отработанный материал. И тогда, значит, Слободской спрашивает Мориса Романовича. Говорит, Леонидович, ну, Леня, конечно, они друг друга звали. Ну, а что вы хотите? И Леня говорит, я хочу снять комедийного, положительного героя. Вот если вы напишете сценарий на положительного комедийного героя, они говорят, с тем условием, что будет присутствовать троица. Люди говорят, ну, я не знаю, ну, в общем. Короче говоря, вот так возникло, они стали втроем писать операцию «Ы». Что вы должны были делать? Стоять на стреме, явиться раньше милиции в виде дружинника. Если старушка засвистит. А старушка засвистела? Нет. Так чего же вы приперлись? Болван. Согласен. Пришла невиданная популярность. Невиданная. К ним, ко всем, и Вицину, и Кулину, и к Моргунову. Сумма? 300. Это несерьезно. Не. Так не пойдет. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Ищи дурачков.
Я на русалках больше заработаю. Пошли, пошли. А куром на смех. Подумаешь, 300. Стойте. Ваши условия. Триста тридцать. Согласен. Каждому. Согласен. Моргунов. Ну, Моргунов есть Моргунов, он актер. Его все узнавали, он этим очень гордился. И очень, так сказать, шел на контакт со зрителем. И со зрителем, и с милиционером, и с кем угодно. То есть, короче говоря, ему это нравилось. Евгений Александрович действительно купался в славе, как мальчишка. Например, он, любитель футбола, мог пройти на любой стадион без билета. Увидев его, контролеры улыбались, забывая про свои обязанности. Он мог пройти, предположим, на футбольный матч и провести за собой огромную, на какой-то матч, куда не было билетов, и провести за собой огромную толпу. Причем, когда говорили, куда, он говорил, это в любимом была реплика, он говорил, я сын Павлика Морозова, а это со мной. Евгений Александрович, когда представлялся, он говорил, что он народный артист Советского Союза, депутат Верховного Совета Союза СССР, сын Павлика Морозова. И первые две позиции ни у кого сомнений не вызывали. Потому что, конечно, как он может не быть народным артистом Советского Союза, и как он может не быть депутатом Верховного Совета Союза СССР. Но вот как он стал сыном Павлика Морозова, во сколько же лет Павлик Морозов начал такую жизнь вести, что мог родиться мальчик, который потом вырос в Моргунова, это вызывало некоторое недоверие. Почему-то бытует мнение, что в жизни все актеры юмористического жанра должны быть грустными. Вера в такие контрасты как будто окутывает романтикой и добавляет шарма этой профессии. Моргунов и в жизни не только умел, но очень любил веселить и удивлять, а порой просто ошеломлять окружающих. История об его розыгрышах живут до сих пор. То это были замечательные розыгрыши. Евгений Александрович мог просто так ради шутки прийти к директору любого магазина.